Всем привет! Кубик с вами! Сегодня мы отправляемся на Росдейл! Погнали! Путь на Росдейл начинается с Росдейл парка. Пойдемте посмотрим. Кто-нибудь знает, что это за штука? Если знаете, напишите внизу в комментариях. А это, оказывается, фрисби-гольф. Прикольно. А еще парк является спортивным стадионом. И здесь проводится большое количество соревнований, в том числе международных. Круто! Еще здесь есть вертолетная площадка. Очень удобный способ избежать оклендские пробки. А пальмы вообще не в курсе, какое сейчас время года. А еще здесь есть коняшки. И именно здесь, в Росдейле, производят лучший кофе в Новой Зеландии. Сейчас перекусим и поедем дальше. Ням-ням. Классное это место. Идемте дальше. А вы знали, что вся индустриальная зона Росдейла пронизана темой космоса? Здесь находится большое количество высокотехнологичных предприятий, и даже сами улицы имеют космические названия. Аполло, Омега, Констеллейшн и даже Вильям Пикеринг Драйв. Круто! Вильям Хайвард Пикеринг был ученым-пионером космических программ. Он родился в Веллингтоне и с детства интересовался космосом. Поэтому после школы он поехал на учебу в США, где его заметила НАСА и пригласила работать в лабораторию реактивного движения. В
Уильям принял активное участие в таких проектах, как первый искусственный спутник США, все миссии пионеров, миссии по исследованию Луны, аппараты по исследованию Марса и даже Венеры. Круто! Перед уходом на пенсию, когда Уильям был уже на посту директора, была полностью подготовлена программа запуска «Вояджеров». Тех самых «Вояджеров», которые до сих пор служат нам уже почти 50 лет. Круто! Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока!